Все даты событий есть праздник, который близок каждому человеку, независимо от возраста. Это День Учителя. Отмечает его по-разному – стихами и цветами, конкурсами, фестивалями, концертами и выставками. Славя людей, чьи души и сердца всецело принадлежат детям, а главная их цель – воспитание подрастающего поколения. Школа – это светлый дом. Мы учиться будем в нем. Там научимся писать, складывать и умножать. В школе многое узнаем о своем любимом крае, о горах и океанах, о материках и странах. Учитель – одна из самых важных и гуманных профессий в мире. От педагогического таланта, мудрости и душевной щедрости зависит судьба всего подрастающего поколения, а значит, наше будущее. Хороший учитель не только обучает, но и воспитывает новое поколение. Поэтому роль педагога в жизни каждого человека неоценима. Дата праздника 5 октября выбрана не случайно. 56 лет назад именно в этот день на межправительственной конференции ЮНЕСКО и Международной организации труда в Париже приняли документ о статусе учителей. В День Учителя мы говорим спасибо нашим любимым педагогам, которые не делят детей на своих и чужих. Ведь учитель – это не просто специалист в сфере образования, это еще и духовный наставник. В жизни каждого из нас роль учителя неоценима. Они были нашими путеводителями, они выполняли важную роль в том, что мы дошли до поставленной цели. Учителя – святые люди для нас. Мы благодарны нашим учителям за все наши успехи в этой жизни. Сегодня День Учителя, и я поздравляю всех учителей с этим праздником. Желаю им удачи и продвижения в работе. Желаю удачи в благородной работе, которую они делают для нашего общества. Действительно, роль педагога в жизни общества сложно переоценить. Ведь именно он закладывает базис моральных и нравственных ценностей в каждого маленького гражданина, приступившего порог школы. Для меня быть учителем – это призвание. Это значит снова и снова проживать детство с каждым ребенком и видеть мир его глазами. Вся гордость учителей в учениках, в росте посеянных им семян, считал ученый Дмитрий Менделеев. У меня самая хорошая учительница на свете. Я люблю свою ученицу, я поздравляю ее. Она нас будет добрая и красивая. Она учит нас, как вежливо себя вести. Она нас учит правильно, красиво писать и хорошо читать. И красиво говорить. Поздравляю всех учителей с праздником учителя. Всемирный день учителя – прекрасный повод для того, чтобы поздравить любимых педагогов с профессиональным праздником и еще раз сказать им спасибо за труд и терпение. Туран Мамедлиев, Висал Аликперов, CBC.